После того, как в дуэте Modern Talking начались разногласия, Дитер Боллин начал искать отдушину в каких-то других своих проектах. Именно его таланту обязана своим успехом Сиси Кетч. Ее настоящее имя – Каролина Каро Катерина Мюллер, конечно же, более нам известная как Сиси Кетч. Родилась она в Голландии, а Дитер Боллин ее заметил в Гамбурге на шоу талантов, где она выступала со своей группой Optimal. Он был сразу же ею очарован и тут же предложил ей работать вместе. И очень скоро ее голос зазвучал практически на всех европейских дискотеках. И именно этот голос мы сейчас с вами услышим. Итак, Сиси Кетч. Сиси Кетч, ее по праву можно назвать королевой диско. Ее дебютный альбом назывался Catch the Catch, и он тут же незамедлительно стал платиновым в Германии и золотым в Испании. И вот теперь выходит ее новый альбом. В нем собраны самые лучшие хиты королевы диско, и вновь продюсером, конечно же, стал Дитер Боллин. Кроме того, на этом альбоме вы найдете два мегамикса, которые Сиси Кетч сделала вместе с известным рэпером Кенни Льюисом. Ну что ж, давайте ее послушаем. Итак, Сиси Кетч. Вы смотрите видеоальбом, и сегодня герои нашей программы – звезды 80-х. Группа Bad Boys Blue, несомненно, своим успехом обязана авторскому тандему композитора Тони Хедрика и поэтессы Карен Ван Хаарен. В 94-м году, правда, они покинули Bad Boys Blue, чтобы заняться своим новым, не менее успешным проектом, известным вам по названию Hathaway. Но тогда на дворе стояли славные 80-е, и Bad Boys Blue оказались на вершине популярности. Началось все в 85-м году, когда они выпустили свой дебютный сингл «You're a Woman». Ну а настоящий прорыв в звездный список Европоп и Евроденс они осуществили в 87-м году, когда выпустили свой альбом «Love is no crime». Именно тогда был пик их популярности. Ну а затем стали сдавать позиции диско, Европоп и Евроденс. И группа Bad Boys Blue решили заняться чем-то другим. Они стали увеличивать количество ударов своей музыки, их стало бросать в различные музыкальные направления. Правда, пользы им, к сожалению, это не принесло. Кроме того, в конце 80-х у них стали меняться вокалисты, и, как я уже говорила, ушли авторы песен. Но, тем не менее, плохие парни цвета небесной выси продолжали выпускать один за другим альбомы. К сожалению, не очень удачные. И единственное место, где их по-прежнему хорошо принимали, это, конечно же, Россия. В прошлом году они к нам сюда приезжали, и вновь заручившись любовью и поддержкой зрителей, решили писать мемуары. А в начале этого года они выпустили сборник своих лучших композиций. Во-первых, ремикшированная версия «You're a Woman» и альбом, состоящий из новых версий старых хитов, а также некоторых новых песен. Этот альбом называется «Back». Ну что ж, давайте с вами послушаем новую версию «You're a Woman» группы Bad Boys Blue.